Чем музыканты могут удивить современную публику? Репертуаром, необычным составом. Но, по-моему, сейчас это невозможно. Я знаю, есть такой коллектив, которому удается удивлять. Ансамбль «Бисквит», «Легенды кино», «Картина первая», «Дубль первый». Еще в студенческие годы в училище музыкально познакомились и вот как-то начали музицировать вместе. После этого появился у нас саксофонист. Ну а потом, поскольку стали играть с помощью саксофона и народных инструментов джаз, мы решили взять еще барабанщика. С 2002 года вот так вот коллектив существует. А как у вас рождаются аранжировки? Иногда путем каких-то ночных творческих поисков, а иногда спонтанно вот на репетиции или даже бывает на концерте. Мы начинаем просто импровизировать и потом говорим: «О, помнишь, ты вот так вот классно сыграл? Вот так и надо ставить». Можно удивить зрителей. А пойдемте, мы вам покажем. Чего рассказывать, если можно показать. Вот у нас, например, большая балалайка. Это самая большая балалайка в мире. Контрабас называется. Балалайка-контрабас. Он очень тяжелый. Килограмм где-то 15. Зачем здесь печатная машинка? В нашей версии так вот композиторы писали музыку к фильмам, наверное. Печатали сразу ноты. Уже на подходе фантазия на музыку из кинофильма «Амели и Яна Кирс». Как сдержать свои эмоции, чтобы не поссориться? Иногда бывает, что эмоции захлестывают. Ну, здесь надо как-то глобально видеть цель, к которой мы все вместе идем, и как-то уже из этого исходить. Мы все творческие люди, все можем вспылить, но также мы быстро и отходим. Настоящему музыканту важно, чтобы ему самому не было скучно на своем концерте. А чтобы было совсем весело, они приглашают своих друзей, таких же замечательных музыкантов. Инструмент ты знакомый, музыка тоже. В чем же секрет? Удивлялись Кристина Вличенко и Юля Слоним.